Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2012 года с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 143 лошадиные силы, АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 112 тысяч километров, по салону темный салон, чистый, ухоженный, не прокуренный, ткань, три ряда сидений, имеется дополнительный монитор на потолке, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт-эко-режим, мультируль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 97, 97, 94, 94, 84. 107, 93, 91, 91, 86, 94. Актуальная цена наличия автомобиля можно узнать по ссылке в описании.